Мы приготовим с вами сегодня сырные крокеты, вернее, картофельные крокеты, так будет правильней, с сыром бри, вот так. На вид они у меня не очень красивые, так как сухари я взяла темные. Поэтому, девочки, сразу предупреждаю, сухарики берем только из белого хлеба. Тогда они у нас будут красивые, золотистые и совсем не будут похожи на котлеты или тефтели. И не забудьте обмакнуть в яйцо. Начинаем готовить. Всем привет! Вы снова в гостях у Танюшки. Сегодня, друзья, мы готовим картофельные крокеты с сыром бри. Начинаем готовить. Первое, что нам надо сделать, нам надо поставить отварить картошку. Итак, нарезаем мы ее не мелко. Так можно на четверо. Вот так, вот так. Я взяла 5 картофелин. Думаю, этого нам будет достаточно. Ставим на плиту, прикрываем крышечкой и пусть это все варится. Пока картошечка наша кипит, мы этим временем нарежем колбаску. Так, на 5 картошин мы берем 2 вот такие сосисочки. Или 100 грамм колбаски. Смотрите, что у вас есть, что вам удобней, то будем брать. Теперь нам надо колбаску меленько нарезать. Так, берем колбаску. Нам ее меленько надо. Соломочками, а потом кубиками. Вот так. Чем меньше, тем лучше. Я, как всегда, играю своими неострыми ножами. Соломкой. И вот так кубичком таким. Колбаску отправляем в тарелку. Пока мы нарезали колбаску, картошечка сварилась. Водичку мы слили. И теперь разминаем картошечку. Вот так. Мы помяли, масла никакого мы сюда не добавляем, ничего, ни молоко, ничего. Мы добавляем сюда просто нашу колбаску. Вот так берем и отправляем ее в картошку. Все это хорошо надо вынести. Все. Вот так перемешиваем. Достаем сухарики. Вот у нас такие есть. Так, сейчас мы их разрежем. И высыпаем их в тарелочку. Пока достаточно. Это что ж такое? На сковороду отправляем масло. Вот так. Масло не жалеем. Приблизительно вот сантиметр масла. Ну, полбутылки. Полбутылки наливаем.
Теперь, пока масло разогревается в сковороде, открываем. У нас есть сыр бри. Мы его распечатываем. Приблизительно. Сейчас посмотрим. Так, так. Вот такими кубиками. Так. Сыр у нас мягкий, поэтому не очень удобно с ним работать. Но стараемся, насколько это будет у нас получаться. Вот такими кусками мы сыр разрезаем. Теперь берем картошку. Так. Вот так ее. И делаем с нее вот такой шарик. Вот. Когда сделали шарик, ну, немножко вот придаем ему форму. Делаем углубление, и в это углубление, картошка у нас теплая, отправляем вот так сыр. Придавили его туда и закрыли, запрятали. Все. Теперь быстренько-быстренько катаем шарик. Вот так шаричек сделали. Вот. Можно положить его в сухари, а можно просто на досточку. Смотрите, как вам удобней. Вот сначала на досточку я его положу. Теперь сделаю еще один. Вот, вот так. Раз. Сыр запрятала и быстренько-быстренько сделала шарик. Картошка готова, колбаска готова. Обваливаем все в сухарях, поэтому жарится оно очень быстро. Сырого ничего нету. Быстренько подрумянили, и все у нас готово. Все, сыр запрятали вот так вот. И вот так сформировали красивенький такой шаричек. Все, теперь эти шарики будем обваливать. Вот таким образом. Не, я сейчас еще сделаю, пусть будет у меня сразу 5, и сразу 5 отправлю на сковородку. Так, так удобнее будет просто мне. Вот так. Сыр сюда запрятала. Вот так. Со всех стороночек его. Все. Вот так обмакиваем их теперь. Вот так в сухариках со всех сторонок. И отправляем на сковородочку. Вот так. Обмакиваем. И на сковородку. Еще один хочу вместить. Сразу все пожарить решила. Одним махом пережарить их. Вот так. Опа. Все. Девчонки, вот сегодня мы с вами приготовили такие картофельные крокеты с сыром бри в серединке. Очень вкусные.
Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Может, вы уже и делали, только с другой начинкой. Делают с грибами, а вы попробуйте именно с сыром. И не забудьте обязательно, перед тем, как обваливать в сухариках, обмакнуть в яйцо. Сухарики я взяла темные, ржаного хлеба. Поэтому они у меня получились на вид, как котлеты. Поэтому, девочки, сразу говорю, когда покупаете сухари, обязательно проверяйте, чтобы были сухарики беленькие. Тогда у вас крокеты будут красивого золотистого цвета. А с вами была Танюшка. Подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!